В Ульяновске родилась первая в этом году тройня. Одного мальчика и двух девочек выписали из роддома всего несколько дней назад. Причем вес малышей совсем небольшой. Младшая дочка не дотянула и до 1,5 килограммов. Дома счастливую маму и тройню ждал старший сын, ему уже 6 лет, и супруг. Глава семейства служит в органах полиции. До сих пор еще не нарадуемся, до конца не верится уже, как из больницы забрали, уже увидишь, уже начинаешь осознавать, радоваться, понимать счастье своему. Сейчас семья собирает документы для сертификата в 1 000 000 рублей. Это весомая поддержка в улучшении жилищных условий. Для многодетных родителей сейчас действует более 30 мер социальной поддержки. Большинство из них региональные. Стоит отметить, что с начала года в Ульяновской области на свет появилось почти 4000 маленьких жителей.